Здравствуйте. Добрый день. А где Илья? Я его дед. На старости лет, черти чего. Не, ну ты подумай, меня в 7-м десятке играть в этот черти что. Ну как это так? Мне нравится охота и рыболовство. Там, где ловят рыбу. Все, сейчас он душу. Года отцепись ты, теперь иди вот туда. Да, давай, иди. Уйди отсюда. Моя очередь. Все, я все, давай. Так, не понял. Не понял. Чувак, просто поставь лайк и продолжай просмотр. Всем привет, дорогие друзья, с вами Седжо и... Фламер. Очередной выпуск, я не знаю, что нас ждет, и поэтому давайте просто будем ждать. Фламер, звони. Я знаю Илюха, Илюха нормальный пацан, я его жду. Все, звонил. Давай. Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вы... А где Илья? Вы кто? Я его дед. О! Самый родной. Имеем честь общаться с дедом. Да. Удивлен. На старости лет, черти чего. Вот это... А вы как? Трубку взяли, а где Илья? Илья, вон он бегает, как черт по комнате в зале. А почему он не играет? Мы вроде... С ним договорились, а он что-то не играет. Стесняется. А, стесняется. А вы как, сами в игру играете или... Да вот тут пытаюсь, он мне тут нажимал, пытаюсь нажимать, бог его знает. А. Попадаю, не попадаю. Просто мы с ним уже играли как бы. Классно. Он нормальный, хороший игрок, и еще раз... Это у меня мучить называется, учит этим вот прибамбасом всяким разным. А вам как, нравится или нет? Не, ну ты подумай, меня в 7-м десятке играть в этот черти что. Ну как это так? Мне нравится охота и рыболовство, там, где ловят рыбу. Но это внук, он как бы, наверное, пытается... Ну да, это вот уж меня, это ж вот детина втравила меня. А это вы, да, вот стоите, вот в сундуках лазите? Да. И как, разбираетесь, может? Ну, видишь, не попадаю никак. А у вас мышка или тачпад? Тыкаю вон, и мышкой этими руками тыкаю, как он мне показывал. Она не слаживается ничего. Но реакции-то нету. Реакции-то нету уже такой. А как? Да еще и слепость на глазу. А внук вообще как, любит эту игру сильно? Или он так вот? Внук? Да. Уже скоро буду этот самый все снимать и прятать в шифонер. Настолько сильно, да, он играет? Да, он настолько сильный и очень много, я считаю, играет. Вместо, чтобы со спиннингами сидеть где-нибудь на рыбалке, он мне эти вот чертовщиной занимается. Да, вот я вот согласен с вами. Лучше бы он с вами вот помогал вам что-нибудь подать там же. Вот именно, да. Да, вот. Начинить, подать, рюкзак положить. А это так, сидит в бубен играет. Да, сидит тут, играет, ерундой занимается. Согласен с вами, согласен. Надо решать вопрос. Так вот, решать надо радикально. Наверное, вот я ему все обещаю, все это дело свернуть, в мешок и в гараж отнесу. А и как... ключи позакидаю, чтоб не видел. А если он обидится на вас, что же делать? А? А если обидится он на вас, как? Да куда же он обидится? Что ж, ну, он же не может долго обижаться на меня. Завтра что он придет и скажет, дед, надо 50 рублей. И сразу полюбит. Он дальше 10 метров не обижается. Да. На 11 шагу он уже поворачивается назад. А как он учится у вас? А? Учится как у вас в школе он? Когда над ним висит хлудина, учится хорошо. А когда морали начинаю читать, все. У него почему-то уши залаживает. Да. Когда тащу на рыбалку, убегает куда-нибудь. А он не любит, да, как я понял, рыбалку? Нет, он любит, когда ловится, он любит. И вытягивает, любит крупную рыбину, орет на весь Дон. Ну, когда ловится-то, все любят рыбалку, когда ловится-то. Орет на весь Дон, дед, помоги. Кричу, давай-ка сам вытягивай, учись. А он, я боюсь, дед, помоги, вытащи мне. Ну, когда вытащу на берег, он с таким удовольствием кричит, я поймал, дед, я ее сделал. Ну, соглашаюсь со всем. А на машине он у вас как вообще? Есть любовь к машинам у него? Уже сказал, что будет, когда права можно получать. А-а-а.
когда ты мне не получать, а когда ты мне сделаешь права. Я говорю, жалкий мой, я говорю, как только будет 18 лет, я тебе дам денег, ты пойдешь выучишься. Он, как это выучишься? Ну, выучишься, получишь права, и тогда я тебе передам своего жучка. Он, да, ну, нет, ну, что это мне так неинтересно. Надо сейчас, да? Надо сейчас. Вот она, проблема молодежи. Сейчас ты будешь убийцей. А ему сейчас сколько лет у вас? 11. А, ну еще, ну, 7 лет много, конечно, да. Ну да. Чуть не спросит, дед, говорит, а когда все, говорит, ты что, ты мне отдал, отписал? Когда будет мое? Сразу. Ждет, когда дед ласты завернет. А там и квартира, небось, сразу. Все отписал, вот за любимый внук, куда же я его деду. Все ему отписал. Ну да, в принципе, родной человек. Все, чем владею, все его. Одних спиннингов 20, каких хочешь. На каждую вид рыбы свой спиннинг. И катушек столько же. Так что он у меня мастер на все луки. Но когда нету клёва, он сразу поднимается и кричит: я хочу домой. В этот момент я его согласен не с головой в этот садок опустить. Прикольная у вас жизнь, реально. Ну а что сделаешь, зато внук любимый. Да, внук, да. Куда его денешь? Самый старший, самый любимый. А старшему всегда все достается. Ну вот, кстати, у нас игроки здесь на сервере пишут, типа он занимается гриферством. То есть он, видите, у него все в алмазах. То есть он их добыл нечестным здесь путем, людей убивает. Ну, в игре, соответственно. Ну, я знаю за эти игры, поэтому я и говорю, что ему по ушам даю за эти греферства, за эти все эти дела, за эти игры. Да, вот. Я против. А главное, я портит против жизнь. Игрокам портит жизнь. Они жалуются, он прям у них все отнимает. И мы как... Я против этих всех игр. Все, сейчас он душу. Года отцепись, ты теперь иди вот туда. Да. Уйди отсюда. Моя очередь. Все, давай. Удачи. Так. Илюха? Алло. Илюха? Да, я. Привет. Привет. А где твой дед? Где твой дед? А куда он ушел? Ушел. Классный дед, я тебе прям аплодирую. Приятно общаться было. Дед классный. Вот мы у тебя дома просто были, вот как раз вот он с дедом здесь пообщались. А ты сам, ты где был? Да, мы с дедом играли. А, я... Он сказал мне сначала в магазин сходить, потом там поиграться с моей сестрой, вот, все. Я по-быстренькому все сделал и... Вон у тебя сестра, да, мы слышим. Да, вот. Слушай, болтает там. Просто есть подозрение, что ты это грифер, как бы. Мы проверить решили. Дед тут говорит, что ты реально грифер, как бы. Не знаю, я вроде бы вот эти вот алмазы, я сам бегал в шахту, я очень долго тут играл, все такое. А я вот. Илья. Сундуки вот твои, смотрю. Стаки алмазов просто. А, ну это, короче, была раздача админов. Он, короче, прилетел ко мне. Прилетел, короче, ко мне домой. И начали мне тут давать, кидать вещи еще. Тогда мой друг был, трое моих друзей. Они стояли, они могут подтвердить то, что им кидали вот так вот. Взлетал, и он брал любые вещи и просто брал и скидывал. То есть ты вообще не убиваешь никого? Ни игроков, ничего? Нет, вообще никого. Странно. Ну... Поверим, наверное, что ж. А ты приютишь нас? Мы вместе хотим с тобой пожить просто. Да, конечно. Чё у тебя на верхнем этаже? Да. На верхнем, да, там комната, балкон, все такое. Дом очень долго строил. Угу. Вот тут небольшая комната, можете тут быть. Ну, где хотите. Понятно. Фламер, так, ну чё, я вас приютил, в принципе, все. Можете жить. Слушайте, идите сюда, у меня тут есть такая прикольная вещь. Вот встаньте вот так вот, как кровать, я. Что ли? А я не хочу спать, сейчас утро наступит. Да давай, просто. И ты также, Фламер. Спать, давай. Что ли? Зачем? Ну просто вот так вот сделай, да, и повернись. А спать, чтобы лечь не так? Ложки! Не понял. Загриферил. Стой, у тебя же... Погоди. У тебя, ну зачем ты так? У тебя хороший диет, ну зачем? Он типа ушам надает. Да это все так, шутки. Ну зачем? Слушай, я тебе так хочу сказать. У нас был один такой случай, была бабушка тоже. А. И мы из-за бабушки не забанили. И знаешь, я получил в комментариях такую
фигню, типа, а зря, зря не забанили. Игроки вот говорят, что лучше бы забанил. И знаешь, что я скажу? Вот ты опять меня убиваешь, я сделаю исключение, я тебя забаню. Ладно, давай я тебе отдам некоторые... Не-не-не, все, я тебя баню. Я тебя баню. Вот, ну как, у тебя и дед за это, как бы. Чтоб ты не играл. Ну. Все, да ты... Что? Ну все, ты меня закрыл. Я уже понял, что ты грифер. Я давно уже засек твой дом. И админы здесь. То есть все, как бы... Ну, разбаньте, пожалуйста. Не-не-не, ну из уважения к твоему деду я как бы... Я тебя не буду разбивать, просто тебя как бы без всего тебя забанил, давай так, и все, как бы. Ну, можешь разбанить, пожалуйста. Не, я не буду разбанить. Смотри, Илья там что-то в чате пишет. Или тебя. Я не буду разбанить. Ты знаешь, делай. Все, разбань. Ну делай, что хочешь, не знаю. Кого. Что-нибудь придумай, я не знаю. Я не знаю, за что тебя разбанили. Ты читер. Ты убиваешь. Я не читерил. Но ты убиваешь игроков, ты нас сейчас убил, я как бы. Узнал, то убедил. Мне просто вещи были очень сильно нужны. Ну, разбаньте. Ну не, ну не могу. Дед, у тебя глаз... Ну игрокам тоже нужны вещи. Ну идите за бабушки, вы ведь не забаньте. Ну все, и хватит такие исключения делать, как бы. Ну вы одно же только сделали. Ну и все, и хватит. То есть подожди. Ну может два? Нет. Все, нет. Фламер, ну тогда это, давай-ка, подожди, и дед его говорит, да, то есть не хочет, чтобы он играл, да. И многоуважаемые наши подписчики, аудитория, он еще не в курсе, что мы снимаем антигрифер, тоже так говорит. Что? Не выкладывай на ютубе, я тебя умоляю. Нет, все, Фламер, давай, мы его забанили, честно, ура, бань и скидывай его, да, все, пока. Не... Все. Дорогие друзья, я удивлен, дед был просто на высоте, просто, Фламер, как тебе дед? Вообще, как... угарный, я не знал, я специально, но я искал новые серии, хорошие серии, я жду, вот люди пишут, когда новые ролики будут, Зексисон, сегодня будет новый ролик, сегодня, поэтому, друзья, лайк не поставьте, обижусь, серьезно, он звонит, не надо ему звонить, всем пока, ставьте лайки. Играйте на сервере, всех ждем. Спасибо, пока. Все, пока. Подписывайтесь на Фламер, он тоже здесь. Йоу.